Так, всех приветствую, доброе утро. Сегодня 1 октября. Мы находимся на выставке Агроэкспо, город Кировоград. Компания Ремсинтез, естественно, поскольку она тут находится через забор, присутствует. Сейчас покажу вам, какие машины мы представляем. Значит, тут представлена сеялка Церера. Помните, да, что это дисковая бюджетная сеялка, которая сеет по традиционной, ну и по мини-тил технологии, возможно, кто-то будет использовать. То есть сеялка Церера в этом году прошла испытание весной, посеяла у нашего начальника производства Владимира. Ну и как бы очень успешно посеяла, и все, теперь она у нас есть в продаже. То есть это бюджетная дисковая сеялка с внесением удобрений, с большими банками, как просили во время испытаний. Видео там снимал ранее на канале, все есть. Так, еще одна новинка, сеялка Сич-6, ноутил. Сеялка, значит, сделана по системе 4 колес, на которых она поднимается, и которые в дальнейшем являются ее транспортировочными ногами. Значит, такая сеялка может работать в паре, то есть еще одна такая сеялка рядышком здесь ставится, и можно будет таскать их две штучки, то есть ширина захвата будет 12 метров. Агрегатируется данный агрегат примерно с трактором где-то 180 лошадиных сил, 150 лошадиных сил, 180 лошадиных сил. Паучная система, как говорится, то есть есть турбодиски, это сеялка ноутил. Также она, конечно, может быть и мини-тил, если снять турбодиски, соответственно. Оснащена маркерами, маркерной системой. Вот такой вот агрегат. Тут это вот от крайности в крайность тоже плуги же мы производим, бинарно-лемешные, очень классные, зарекомендовали. Но, к большому сожалению, количество продаж их падает, потому что нынче какая-то тенденция в плане ноутила очень серьезно движется. Этот плуг немножко мы изменили, он с шириной захвата 50 сантиметров на корпус, не 60, специально, чтобы его мог тащить МТЗ-80. Так, по пропашным сеялкам еще. Значит, возвращаясь подряд, значит, четырехрядная, тоже очень бюджетная, 90 тысяч гривен мы просим за нее, а там еще и можем торговаться. Сеялка УПС СПУ-4, то есть пропашная сеялка для маленьких тракторов, 30-40 лошадиных сил. Вот ее старшая сестра, сеялка СПУ-8, она же УПС-8. Ну, как бы обзоры есть на них уже там на канале, у нас их полно, то есть все там эти преимущества сами знаете, по центру колеса, здесь вот регулировка под навеску трактора этих колес, все у нас очень классно сделано, потому что каленые втулочки, которые продлевают жизнь секции, это полоса нерезанный на плазме металла, это полоса, ну, то есть это сеялка такая довольно-таки классно работает, у многих блогеров есть. Так, видите, сколько у нас клиентов на стенде, по-моему, больше всех. Так, а это вот симбиоз производителя и потребителя, то есть это сеялка Артема Лаврика, очень известный агрегат. То есть так вот тут он, одно крыло сложено, второе разложено. То есть обзор тоже есть на канале, по-моему, на нее, если не у меня, есть у Артема, точно есть. То есть эта сеялка представлена, пневмобункер, гидростанция на гидроприводе. Также же она есть вариант, есть сеялка с валом отбора мощности. Сейчас к ней очень плотно и быстро разрабатывается пневмобункер. К сожалению, пока мы не успели к выставке и предоставить сюда, но уже решение есть, уже она нарисована. Не успели, чуть-чуть захлебнулись в плане производства. Так, это известная сеялка Сич. Сич 4.2. Турбодиски. Все установлено. Кстати, очень важный момент. На наутильных сеялках обязательно должно быть качение турбодиска. Обязательно. Для работы это очень важно. То есть эта сеялка уже... То есть эта сеялка уже с вариатором. Вариатор, соответственно, идет в паре с пластмассовыми высевающими аппаратами. То есть тут есть туковый, тоже можно его прикрыть, подзакрыть. Также зерновой, есть ячейка для маленьких мелкосемянных удобрений. Также эта сеялка оснащена
оснащена сигнализацией. Она такая довольно-таки бюджетная и примитивная сигнализация. Крутится, не крутится, вал показывает. И также есть сигнализация, показывает датчик уровень семян в баке. То есть теперь, кстати, с пластмассовым высевающим аппаратом и с вариатором могут быть все наши сеялки, уже все разработано, все там как бы ничего нового, многие производители уже выпускают. Мы как бы принципиально долго не хотели их ставить, потому что они, по нашему мнению, не такие живучие, как металлокерамика, но тем не менее, я думаю, что там 10-15 лет они никуда не денутся, и тем более они в продаже теперь будут, никто их там, они не будут стоить каких-то космических денег. Так, ну это сеялка наша Mini-Till CRZ4. Все наши сеялки, кстати, оборудованы вот таким вот транспортно-рабочим дышлом, который позволяет сеялке поменять ее положение с транспортировочного в рабочее, не отсыпаясь от трактора. Абсолютно все сеялки, ну, естественно, кроме C6, она чуть по-другому устроена, но она тоже, ну, зато есть плюс, на нее не нужно транспортное покрытие. То есть это сеялка Mini-Till, 4 метра захвата, CRZ4. То есть также она может быть с пластмассовыми высевающими аппаратами, с пластиковыми и с вариаторами. Но данный агрегат вот представлен с редукторами. Я, честно говоря, лично я больше люблю такую вот, более надежно. То есть все легко отрегулировать и очень надежно. Ну, наверное, какие-то у меня консервативные взгляды. Так, так вот выглядит наш стенд. Еще раз вот подойду к сеялке C6, все-таки это новинка. То есть очень надежная такая рама мощная, турбодиски тоже соответственно имеют поворот лево-вправо, цена тоже очень демократичная, она, если сравнить с импортными аналогами, то вообще небо и земля, а если сравнить с отечественными производителями, то это самый такой демократичный вариант. То есть все то же самое, тот же гринплейновский сошник, та же система пружин. Высевающий аппарат здесь стоит пластиковый, металлокерамика, старый, как на СЗ-шках стоял раньше, очень надежный, по 20-30 лет ходит и, в принципе, нормально работает. Но, тем не менее, вариант установки вариатора тоже возможен. Так что вот так вот, друзья, приходите к нам на выставку сельхозпроизводителей, несмотря на дождь, просто полно. Видите, даже сейчас, вот раннее утро, 8:30, а люди уже есть на стенде. И вчера был просто аншлаг на нашей площадке, мы очень боялись, что дождь помешает, но сельхозпроизводители — это не те люди, которые боятся дождя, это люди, которые радуются дождю. Как они все говорили, мы приехали, потому что пошел дождь, если бы не было дождя, мы бы занимались работой в хозяйстве, а так мы приехали, потому что идет дождь. Так что вот так вот, друзья, приходите к нам на выставку, есть акции, есть скидки в честь выставки. Будем рады всех видеть. Добро пожаловать в Ремсинтез. Всем пока. Всего хорошего. Хороших урожаев, хорошей цены. До свидания.